Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, мы уже на горе. Сегодня я приехала на гору с Натальей, с моей соседкой. Друзья, нас сегодня привез ее муж, а заберет уже Вениамин нас отсюда. В общем-то, она вон там где-то ходит уже, убежала. Потом мы встретимся, я ее покажу вам. Покажу вам мою соседушку. Получила я посылку. Это посылка от компании Dim Don Kids. Если вы помните, я недавно тоже, у меня был обзор на комод, детский комод Лею от этой же компании Dim Don Kids. Подарок мы подарили племяннице. Им очень понравился, сказали, такой модный вообще, ну, такой классный вообще понравился им. И мы решили заказать вот такой столик детский. Сейчас Костя разберет и соберет. А, собирается быстро. 5 минут, наверное, да, Костя? Да. Давай. Такой аккуратненький, маленький. Обратимся к инструкции. Давай. Что? О, легко и быстро собирается. Эти вот тут такие штучки, как на тумбочке, чтобы этот. Чтоб легко скользил, чтобы не царапал пол. Ножки прям конкретные, да? Это что, сосна? Кость. Можжевельник. Ты что? Кость. Прям запах, чувствуете, какой можжевеловый такой, прям бомбовый вообще. Так, друзья, пока Костя собирает, вот хочу вам показать. Вот здесь можно вот заказать кровать детский, вот такой стол со стульями, вот такой стол, стул, вот такие шкафчики, посмотрите. Вообще классные такие. Dim Don Kids. Вот компания Dim Don Kids. Классная. Ну-ка, Кость. Такая гладкая поверхность, сделана из хорошего материала ЛДСТ. Крепежи вот такие. Ну что, смотри-ка, нормально. И вот такая спинка. Вообще классная, друзья, классная. Такой детский столик со стульчиком. И такие ножки можжевельника. Ну-ка, тут может. Так, вообще как-то. Вот так вот собирается. Покажи, что потом. О, хорошо закрутил. Так. Тихонько. Не царапай, это же подарок.
Хорошо. Вот так, видишь, Кость, опять ничего не сказал. Туда вот эту штуку покажи. Вот эту штуку сюда. Вот так, и... Вообще, какой... Даже инструкция не понадобилась. Ага. Чего не скажешь? Ух ты ж, так. Вообще классный, да? Кость, ну-ка, скажи по качеству, как давай. Ты собрал, ты говоришь. Качество огонь. Собирается в 3 секунды. Нервов много не нужно тратить. Я кайфанул, короче. Кайфанул, да? Да, я вообще кайфанул, уже так быстро собрал. Не устал? Вообще устал. Нет, конечно, вообще, друзья, классная поверхность. Вообще такая гладкая. Это, ну, ЛДСП же, да, Кость? Да. Такая, в общем, такой стульчик конкретный. Прямо аж... Даже вот. Я могу сесть. Даже ты можешь, да? Сесть, да. Могу показать? Ну, вот вес, ты можешь? Мой вес, конечно, там что-то в районе 85. Хопа. Ноутбук поставить, и можно работать. Все, вот, ну, считай, ребенок, что уже. Можно рисовать, да. Облокачивайся. Да, да, но я ничего не говорю, не могу сказать, вставай. Потому что видно же, какие ножки. Из дерева. Ножки из дерева, друзья. Да, нормально. Ништяк. Да? Да, да, я кайфанул. Удобно. Ну, раз кайфанул... Короче, уж мебель детская, да, но так же можно и... Ну, не тебе сидеть. Да, ну, не мне, конечно. Ну, хорошая мебель от компании Dim Dom Kids. Приобретайте в качестве подарка самое то. Качество и надежность. Угу. За небольшие деньги. Да. Также украсят вот эту детскую комнату, думаю, да? Кость? Красиво, да. Угу. И стул такой отличный. Не опрокидывается. Не опрокидывается. Тут может и рисовать ребенок, и можно даже... Принимать пищу. Принимать пищу, да. Так, ну все, спасибо, Костя, что ты собрал. Вот такая мебель детская, классная, посмотрите, нарядная. Любой интерьер украсит. Все, переходите по ссылке, ссылка будет в описании. Можете заказать в Озоне, в Валберес. Или на сайте компании. Или на сайте компании. Все, друзья, посмотрите. Нам очень понравилось. Вот такие ягодки. Вот, посмотрите. Вот они, крупные. Сейчас вот майонез на этот доберу. И пойду туда, ближе к Наташе. Вот. В общем, друзья, сегодняшние ягоды оставлю себе. И все. Там уж видно будет. Пойду я еще. Поеду, не поеду. Ой, все, встаю, иду к Наташе уже туда. Так, друзья, вот иду к Наталье. Смотрите, какие тут цветы. Прям целая дорожка. Вот такое вот поле. Вот, смотрите, как красиво, друзья. Вот. Иду к Наталье. Она там под горой сидит. Посмотрите, красота. И цикорий, и клен, и все тут, и ягодники. Ну что, Наталья, как дела у тебя там? Набрала? Нормально. Ягоды отличные. О. Ой, молодец, молодец. Я первый раз такой со мной. Да? Да, первый раз такие ягоды. Ну вот, знаете, что надо сделать вывод? Со мной надо ходить, да? Да, с тобой надо ходить. Елена так крупная ягода, ей-богу. Ой, ну вот видишь, похвалила. Вот покажу. Этот, Наталья, мне там пишут, этот, что зеленая ягода, а красные невозможно же собирать, да? Красные уже в руке как-то. Да, да. Красные. Поэтому если мы будем ждать красные, то без ягод все останутся, потому что они мнутся. Это ягодный рай. Да, да. Чудо какое-то. Ну-ка покажи свое чудо. Собрала. Ой, сейчас ее найдут. Вот тут много прям. Крупные. И у меня крупный, вот так покажу. Вообще, как будто в огороде растет, да? Да, да, да. Сегодня да. Так, ну все, друзья. Пойдем мы домой с Натальей.
Все, собрали мы ягоды. Такие молодцы. Да, ягоды. Да. Тут вот мы встретили молодцы, женщину, да. Поболтали, поговорили. Она с Заинска. Вот. Да. Мы сегодня с Натахой. С соседкой моей. Да, вот она сегодня. Красавица. Она вообще довольная. Говорит, всегда буду с тобой ходить. Вот, Наташа, смотри, вот. Видишь, зеленые, мне будут писать, что они зеленые. Но они сладкие. Они мягкие. Они сладкие, мягкие, да. Они покраснее, уже, их уже не сорвешь. Да. Они в руках мнутся уже. А варенье как это хорошо получается. Ой, вообще, вообще. Прямо так красиво. Ну, в общем, все, друзья, ставьте нам лайки, да? Да. Пишите комментарии. Да, слава богу, мы собрали. Да, оставайтесь на канале, друзья. Да, экологически. Всем пока-пока. Вот такая красота у нас. Посмотрите, какая красота. Это цикорий растет. Вот. Целое поле.